Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим универсальную камеру заднего вида от компании iDEAL, моделька ET3620. Давайте рассмотрим ее комплектацию. Так, в комплекте идет сама камера. В камере можно настроить угол поворота, то есть наклонить как удобно. Она идет врезная. Вот такой вот плана. Разрешение камеры 656 на 492 пикселя. В ней идет 420 ТВ-линий. Минимальная освещенность ночью достаточно 0,1 люкс. Также угол обзора 170 градусов в этой камере. И система цветности PAL и также есть NTSC. Также она защищена от пыли, влага. Пыли и влаги, класс защиты IP67. Подключается это все на питание 12 вольт. Ну вот так это выглядит. Так, далее у нас идет кабель питания подключения. Также на нем есть разъем для подключения удлинителя видеосигнала. Вот сам удлинитель 5-метровый. Также есть фреза размером 18,5 мм и небольшая инструкция со схемами подключения. Так, давайте мы сейчас подключим нашу камеру, посмотрим, как она будет работать. У нас приготовлено заранее есть мониторчик. Подключается это все очень легко. Разъем в разъем и подключается видеокабель. Питание подается через вот эти вот два проводка красного и черного цвета. Так, ну и давайте подключим нашу камеру. Вот наша камера уже работает полностью, видно, есть разметка для камеры. Вот так это все выглядит. Угол обзора достаточно большой и разрешение хорошее, читаются все мелкие детали, то есть будет отлично вам показывать полностью парковку. Также при покупке данного товара на нее распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год и более подробные характеристики и стоимость данной камеры вы сможете узнать на нашем сайте autozvuk.ua.